Здрасте, меня зовут Серж Маркович, добро пожаловать в программу «Дачные радости». Мы сегодня на берегу Волги у гостях Леонида Костякова. Здрасте, Леонид. Здрасте, Серж. Сегодня мы будем готовить что? Я буду готовить куриные крылышки двух видов. Одни куриные крылышки я замариную в томатном соке, а вторые я замариную в кефире. Отлично, давай попробуем. Быстро и качественно. А что вы будете готовить? Я сделаю капусту с белыми грибами и, значит, с грудинком. Подойдет? Круто. Давай попробуем. Начали. Леня, вы в России любите капусту? Любите? Мы, зайчики, любим капусту, да. Я знаю, что вы любите капусту, морковку. У нас тоже такое есть. Значит, дача, огонь. Нам и точно не холодно. Я даже на даче люблю больше готовить, чем есть. Обычно я наготовлю и выезжаю. Немножко почистим. Ага. И, значит... Хорошая капуста. О, как. Конечно. О, как. Таким кусками не хотим, значит, это резать мелко. Немножко холодно. Берегите свои пальцы. Ага. Так уверенно. Во. Так. Во. То же самое. Значит... Целый качан. Ты кушал это, когда был маленький? Да, я очень люблю. Я всегда, когда у меня дома резали капусту, как-то дети маленькие сразу приходили и брали качан, да? Качан, да. У сербски кочан. То же самое. Значит, вырежем это так, видишь, на куски, что бы могло потом сервироваться в тарелку нормально. А в середине самая вкусная капуста. Ну да. Это сердце. Заберем лука, порежем его, как капуста, значит, варится. Мы это... Не ситним там, не знаю, сколько долго. Лука, конечно, побольше. Масло добавим в казанчик. И, значит, добавим лука, чтобы его обжарили немножко. Первый лук, да? Да. Но это блюдо не быстрое, да? Блюдо так, час-полтора, в зависимости от того, какая капуста, с кислым капустом, квашеным, даже и 2 часа. Квашеное Но 2 часа. У нас свежая капуста, так что это все будет быстро. Жирное мясо, капуста. Мясо должно быть согревающее. Жирно. Значит, у нас есть грудинка, есть жира, есть все как положено. Значит, подождем немного, да нам все лук обжари. Сколько грудинки на порцию? Ну, так, человека 200 одна, я не знаю, можно... Ну, как и есть. Я могу и 3. Сеша, а в чем вас готовят? Это казанок русский, в котором, как горшок, в котором... А у нас идет что-то похожее на котел. Ну как? Ну что? О, зарумянится. Закроем еще немножко. И? И. Что будет? Значит, заберем нашу грудинкицу. Ага. Порежем это. Так. Заберем, значит, горчицу. Добавим нам мясо. Она даст вкус. Это все смажем. Мы горчицей пользуем только когда уже все приготовлено, когда едим. Нет, мы всегда маринуем мясо с горчицей, потому что, когда маринуешь мясо с горчицей, оно сразу заберет укус заранее. Сразу, значит, добавим перец. А перец стоит тоже перед самой готовкой, нет? Перец крупный. Угу. Можно добавить внутрь перец горошек, но обязательно перец сначала. И все потихоньку, значит, тут. Печку. Все в горшок. Горшок. Казан. Все в горшок. Русский. Сейчас, значит, пускаем мясо, да, питается. Так. Значит, заберем немного бекона. Чтоб пожирнее было. Значит, бекон, кроме того, что пожирнее, надо брать эту сыринку, которая пахнет дымом. Ага. Значит, вяленый, подкопченый. Значит. У нас немного дыма. Но
кастрюли пока нету. Вкуснее, лучше. Так, так, заберем мерков. Угу. Также казанчик, горшок. Горшок, да. Белые грибы. Если есть белый гриб у тебя маринованный, который оставляешь на зиму, лето собираешь, конечно, добави маринованный, без разницы. Заберем помидору, собственно, у соку вильем внутри. И томатный сок? Помидору, собственно, у соку, можно ага, и томат. А, понятно, протертый помидор. Значит, заберем парочку свежих помидоров. А вы смотрите, это уже все равно сок? Помидору, собственно, у соку. Это значит почищено и оно нам даст аромат. А немножко свежий помидор нам освежит блюдо, значит, помидором. Всегда, значит, делай так, когда хочешь получить томатный сок, всегда, значит, старайся да делаешь комбинацию из помидора в собственном соку и, значит, свежего. Ага. И, значит, забираем нашу капусту полтихонка. Что, уже бросаем? Я тоже буду бросать. Да. Немного, значит, само. Добавим два лаврова листа до аромата. Три. Значит, забираем воду. Ага. Потихонка, значит, воду наливаем. Добавляем соль, заберем немного чеснока, просто, значит, его нажмешь, несколько зубов добавишь внутрь, берешь крышу вот нашу и закрываем, значит, наше блюдо. Оставляем примерно один час, чтобы оно протушилось. Так. Ага, ух ты, вот я сопру у тебя, чуть-чуть, дожди, опа. По мне в самый раз, дальше на не развалится. Есть у нас немножко дела, я так же люблю, как и ты, острый перец. Ага. У нас есть красный болгарский перец, тоже его специально не добавляли, значит, сразу, потому что бы ему, значит, испортили, он бы просто развалился внутри, а и, значит, потеряли бы все его пищевые ценности, поэтому, значит, мы сейчас немного паприки добавим внутри, острого перца, чтобы всю эту нашу блюдо, значит, сладкую паприку тоже добавим, дала аромата. Значит, откроем нашу блюдо, заберем доску, все то потихонка добавим внутрь. Называется огненная капуста. Огненная капуста, да. Закроем, значит, это все, заберем немного чеснока. Еще добавим, это да? Уже нам и надо потом, значит, дала аромата. Можно, честно, да вилка, конечно, остается сок. Можно, значит, именно просто так порезать ножем. Заберем, значит, базилика немного. Хрустящего. Настоящий хрустящий замороженный базилик. Также. Ставим немного молодого лука, петрушки. Тархун укроп не будем добавляли. Они сильно, значит, пахнут, прибьют нам запах нашего блюда. А, они перебивают, да? Ну, они слишком сильны. Мы хотим там укус бекона, дыма. Давай, да посмотрим, чего у нас происходит. Полтора часа на ходе. Ну, так. О, вот что я понимаю. Что скажешь? А капусту попробуй, она нормальная, мягкая. О, кусок правильный.
не снаружи, а изнутри жирный. То, что надо. Ага. По-моему, здорово. Так. Так. О. Ага. Кипи. И сейчас добавляем, значит, чеснок, базилик, молодой лук. Вкусноту. Все добавляем внутрь. Забираем половник. Все это, значит, немножко смешиваем. Перец, значит, крутим. Берем глубоко тарелку. О, уже приближение к самому интересному. Добавляем, значит, обязательно, чтобы сока было. Охотимся за хорошим вкусным куском мяса. Удачная охота. Хо-хо, красота. Забираем это. Так. Все-таки лучше есть, наверное, вилка. Это все-таки не суп, да? Это вилкой, значит, чтобы было, это не суп. А потом ешь куда-то пить. Если хочешь, можно и выпивать. Почему нет? Правила нету. На. О, merci beaucoup, месье. You're welcome. Ну что, пробуем? На вид очень красиво. Я уверен, что очень вкусно. Это что надо. Не подвел нас русский горшок? Горошек, русский горошек, это лучшая посуда дала. Горшок? Горшок, лучшая посуда дала приготовление еды на открытому огню. Приятного Отлично. Аппетита. Приятного аппетита. Здравствуйте. Для тех, кто не видел первую часть нашей программы «Дачные радости», в которой Серж готовил нам капусту по-сербски, говорим, что она была очень вкусная. А сейчас я буду готовить крылышки куриные так, чтобы не замерзнуть, чтобы приготовить их быстро-быстро-быстро, по-русски. Я Хорошо? Очень рад быть русских угостил. Пожалуйста, поехали. Крылышки раз. Мы делаем два вида маринада. Мы делаем маринад из кефира и маринад из томатного сока. Маринадом не надо назвать, просто замаринуем. Да? Ну, замаринуем. Возьмем несколько крылышек. Пропитаем. Пропитаем их сначала солью и перцем. Но теперь я научился у тебя, и я сначала немножечко добавлю горчицы. Горчицы, правильно? Браво. Правильно. Я уже не первый раз вижу, как ты это делаешь. Я думаю, ты это делаешь правильно. Тем более я пробовал то, что ты делал, ну. И мне понравилось. Вот. Причем перец. Я сделаю. Не, перец. Да, а потом да. Я очень многому у тебя учусь. Так, раз. Соль. Два. А потом я сделаю правильно. Ну, я всегда делаю так же. Ну, правильно руками. Все нужно правильно стереть руками. Руками. А потом уже мы просто зальем. Ну, равномерно, главное распределить, правильно? Правильно. Так. Наверное, крылышки все-таки это не русское, не сербское, не европейское, это чисто американское, да? Да почему? Нет? Курица растет только в Америке? Нет, но курица растет везде. Но у меня ощущение, курица растет что везде. Да, но вот на гриле придумали, по-моему, мы курицу целиком лучше жарим, а все-таки американцы едят крылышки и ножки отдельно жареные, нет? Ну, а теперь порезать, там все. А курицу порезать там из части делать, почему нет? Так, и заливаем Я томат. Тебя могу поправить? Да. Когда делаешь крылышки, так. Особенно на грилу, видишь, курица здесь, значит, тонкая, здесь есть мясо. Док этот кусок мяса ты себе пожари, это здесь останется черный, отдаст неприятный аромат. Ага.
поэтом, значит, всегда вируби, значит, это верх. Ага, и можно даже с собаками, можно оставишь на супчик какой. Но, значит, постарайся всегда, значит, чтобы здесь не бы горело, а здесь, чтобы могло обжариться. Понял, спасибо. Пожалуйста. Надо справляться. Теперь тогда я справлюсь. Так? Да. Ну, удар у меня, конечно, не такой профессиональный. Ну, ничего, страстно тренируй. Так. Вот это качать? Нет, вот это. Ну да, вот вверх. Ну, там, где уже мясо ешь, есть кости и так дальше. Лучше себе оставить миска, да? Ну да. Мясо оставляй, а вверх режи, что не бы портил аромат. Так. Так. Это ты отрезал. Все. Все. Готово. Видишь, как быстро. Оставляем на, я думаю, полчаса. Вполне достаточно. Как без считаете? Проблем. А попробуем. Тонкие кусочки. Попробуем. Ага. Соли добавим немного. Ага. Ага. Соли добавим ага. немножко. Так. И накроем крышкой. И второй мы сделаем из кефира. Мне кефир очень нравится. Меня тоже кефир нравится. У нас в Сербии есть то же самое, похоже на кефир, мы это зовем йогурт, соленый йогурт. Здесь в России йогурт, это с фруктами, это... Ну да, да, да. Ну есть чистый. Такое сладковато. Я, например, ем не сладкий, без фруктов мне больше нравится. Или мацони, да? Да, да, мацони, мацони это у нас кисло молоко называется. Ага, ага. Знаю, это другое, а такое но жидко. Кислое такое молоко. Жидко. Так. Сначала сделаю... Немножко все заморозило сверху. Ничего. Сначала я сделаю... Да, правильно. Урок. Так. Так. Правильно. Крылышки, крылышки. Крылышки, крылышки. Фокус-крылышки. Но вы в России больше пьете водку, но пиво? Зимой. Ну, не знаю. Зимой, а конечно, водку. Под водку. Крылышки под водку тоже нормально. Ну. Ну, пить водку закусывать. Зимой, конечно, была водка. Не, я знаю, что водку запивать белыми грибами, значит, с маринованными огурцами, а крылышками можно. Ну, горячим крылышками же хорошо. Да. Всем горячим хорошо. Ну, правильно. Водку знаешь, как говорил великий профессор Преображенский. Только знаю, горячая как... закуска. Да. Так, опять-таки, перчик. Соль. Соль, я понял, побольше, по твоему замечанию, да? А соль, когда добавишь кефир, она растворится у кефира и все равно пропитает. Ага. Вот. И? Просто попробуешь кефир. И кефир. Да. Не будем горчицы. Мы с горчицей поняли, что все с горчицей вкуснее. Два одинаковых. Ну, давай попробуем по-другому. Зачем все одинаково? Да. Горчица, потому что, я думаю, будет превалировать. Если и сюда горчица, то будет много горчицы, да? Так? Я думаю, все. Как думаешь, можно добавить то, что у нас есть? Ну, пока достаточно. Достаточно. Да. Все, ставим мариновать. Давай. Ждем полчаса. 30 минут, дорогие друзья. Потом идем жарить. Ну что, мясо пропиталось? Ну что, ну что? Я думаю, да. Давай первое обжарим решетку. Ага. Дай прогорим. Знаешь, чем лучше решетка? Чем шампур? Чем решетка? Решетку прокалить, прочистить. Да. Бейкон или курдюк от баранины или бейкон. И значит, посмотри, как оно сразу снимает все и обгорает все старое. Ага. Старое. Значит, кусок жирного бейкона, значит, жир остается от... масло, и значит, можно да используешь курдюк из баранины, можно да используешь, не знаю, из говядины, говяжий жир. Здорово. Ну что, по вкусу хорошо? Давай попробуем. Нормально. Курочка попиталась. Много нам не надо. Курица, что хорошо, очень быстро она... доходит. Ну, она мягкая, она быстро жарится, конечно. Угу. Температура у нас нормальна. А давай параллельно поставим, мы с одной стороны поставим томаты, с другой стороны поставим кефир. Я знаешь, как всегда делаю еще? Я всегда, чтобы не горело, вот так беру потом кусок
И вот так вот сжимаю. Потому что это все капает, горит. Ну, это помидор не разжигает ничего. Ну, давай попробуем и так, и так. Ну, давай, кефир не будем снимать, допустим. Конечно. Да? Помидор снимем, а кефир не будем. А этот соус потом заливаешь курицу, когда обжаришь? Нет. О. Нет? А надо? Ну, не знаю. У меня здесь соус вкусный, натуральный, почему нет? Ну, в нем же есть свежая кровь, может, все-таки его немножко как-то поджаривать тогда, температурной обработки. Ну, свежей крови. Или ничего страшного? Тут просто свежей крови нету, кровь как-то из животных всегда первого отекает, а потом оно поступает у продажи. Да? Да. Ну, сделаем 4 чистеньких, а этих сделаем прям в соусе. Ну, давай, я нетерпелив, давай побыстрее, пожалуйста. Так, я приготовил тарелку. Опа! И стану в очередь. Жду. Я здесь жду. Уже, еще не жарили, ты уже ждешь. Так. Аккуратно раскладываем. Так. О, как раз 4 кусочка. Идеальные. Вот так. И 4 с соусом. Не будем обтирать, как мы решили. Очень удобно, когда торопишься. Гости пришли, а ты их не ждал. Гости торопятся, гости уже с тарелкой стоят в очереди, ждут. Ну, тебя-то я ждал. Это очень вкусно, так что мы торопимся. Так. Опа. О. Кладем. А масло не надо добавить? А, ты хочешь... Чуть-чуть. Какое масло куда? Растительное оливковое, немножко на... Немножко, хорошо. У меня есть оливковое масло. Чуть-чуть. Ну, сейчас можно да получится огонь. Ну, как значит, покажи. Давай сделаем это по-другому. Так. Так. Все это уберем. Здесь в сторону. Поналием, значит, это все маслом. Огонь так. Получился. Па его выцедим. Ну и готово. Ну и поехали. Готовы еще как. Поехали. Готовы еще как. Ну как, по-моему, это выглядит очень красиво. Ну-ка. Только оно не хочет открываться. Очень. Открылось. Опа. Я тебе немножко помогу. Давай. Руками. Ну, брать руками, смотри, сразу снимать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А как ты думаешь, нужно чем-нибудь это украшать? Или, а ты или надо хотел, быстро есть, не украшая. Какую-нибудь свежим лучком. Мне надо ничего украшать, надо быстро есть. Ну что, петрушку добавим немного? Давай. Все-таки эстетика превыше всего, да? Конечно, выберите не замороженную. Мы сегодня на минусу работаем. Рецептуры записывайте, можно нам и завидовать. Мы сейчас это попробуем. Ну, давай сравним. Ого. Давай, я возьму так. Томат. А смотри, томат я более... тоже возьму томат. Томат более розовый, протекшийся. Больше так корочка, меня кажется, пивная. Пивная? Угу. Ну, пиво сейчас не пойдет, холодно. Вот такая хрустеца. Ну, что не знаю. Ну, давай посмотрим, что у нас с кефиром. Но кефир такой больше нежный. Кажется. Прям сок течет. Больше нежноват. Правда, очень горячий. Очень. Кефир очень сочный. Да. Ну как думаешь, обтирать или нет? Или это особенность кефира? Не надо нет, обтирать. Не случайно. Не случайно. Из-за того, что мы не обтерли соус, получилось более сочный. Больше кефир. Получается сочно, а здесь получается больше такая корочка. Прав. То на самом деле как любит. Кто любит хрустеше, вытирайте. Кто любит больше мягко, не надо. Приятного аппетита. Приятного аппетита, спасибо. До свидания.